два. А солнце то ведь он открытое. Интересный номер. Смотри, не промать огонь. Ну вот. А что его окно просто включай. О, звук у нас тут долбит. Смотри, какой вид офигенный. На чуваков. Ты. Пищу. Так мы в Сайгоне. Ваше первое впечатление? Мне страшно. Да. Как тут ходить? А? Тут просто ходят? Да. Сомневаюсь, что вас я хотела попробовать пойти в Демон. Ну, пойдем? Хочешь? Ты спор пойди по ним? Они останавливаются. Да. Я говорю, что ты. Ну вода тоже как в Бангкоке висят, видишь. Мид мясо и встреча. Целый куча. Ой, нифига. Здесь есть светофоры, это нас спасает. Что, идем туда? А-а-а. Но это же вон с той стороны или Starbucks? Ну вон нам надо было вот Starbucks туда. Нет, я имею в Starbucks, мы пойдем сейчас или рано. Пойдем и уйдем. Или ты не хочешь кофе? Ну посмотрим, что у нас с очередями для начала. Да. Зеленый. Ну и что-то кого-то это вообще останавливает? Нет. Ну вообще не сколько. Люди по пешеходникам едут, ездят на них. Ой. Ой, господи, о! Хуй! Вид на башню Сайгон Дек. Здесь сейчас они стоят первую станцию метро вот в этом месте. Ну, центральную, она первая, по-моему, будет. Это. Потому что метро еще там нет. Домой отправить на Урал наш.